Красные элементы делают элементы. Ну, это соревнование, так вот объяснили сами ребята. Это является соревнованием. Может быть, там в программу входят какие-то обязательные вот эти вот фигуры, прыжки, сколько-то нужно сделать, как в любом соревновании. Да мы просто смотрим, нам нужна зрелищность. Не знаю, какого ранга здесь представлены спортсмены. Мы просто смотрим, это симпатично смотрится вот на фоне Геленджика, на фоне города. Объемность получается так интересно, как выше города поднимается. Какая высота, я не знаю, ну, наверное, 20 метров. Оп, и со всей мочи падает. Видите, какие? Ой, невозможно. Невозможно. Хочется снимать и снимать. Я сняла сильно близко, не было такого, такой объемности ведущих роликов. Хотелось их фигурно снять, фигуры. А вот объемность, когда ты нормально, не увеличиваешь ничего. Итак, скутеры, спортсмены. Ту-3, ту-4 здесь появляется. Ту-2, ту-5. Вот не знаю, какая там у кого способность, выдержка, или это просто выступление, или они это как бы соревнований. Ну, видите, вот какие петли заворачивает. Художественно, да, как есть художественная гимнастика, есть спортивная гимнастика. Вот здесь какая-то форма мероприятия все-таки предусмотрена. Я думаю, художественно. Ой, ну очень-очень. Ой, на открытии сезона в прошлом году я застала вот костюмированную и очень серьезную вот парангу. Представление застала. Было очень красочно, я тоже делала репортаж. И вам тоже, ну нет, там, на день города или открытие, или закрытие сезона, вот как-то так. Ну вот балует народ после нордостов, чтобы не потерять привлекательную способность до города в межсезонье. Все-таки море, видимо, холодное, не знаю, может быть, сегодня кто-нибудь купался, но здесь очень хороший ракурс. Вот на пирс я вышла, не на самый краешек, и так вот на фоне города интересно очень рассматривать. Могу спросить еще, проинтервьюировать, но там закрыто, как бы поле подхода закрыто, ограждения стоят. Вот. Единственное, что в первом ролике я спросила, вы будете выступать девушку? И мне как-то сказали название точно вот этих мероприятий, но я проговорила, сейчас уже и не помню. Не столь близкие эти мероприятия, этот вид спорта или выступления, как вот фигурное катание, гимнастика, да? Мы знаем, что во всех видах есть обязательные вид исполнения и художественный, да? Произвольная такая форма. Не знаю, но все это очень интересно, все это красочно и смотрибельно. Смотрибельно на фоне. Море не очень чистое, в принципе, после таких ветров, которые посетили нас, наши любимые нордосты, которые лечат нашу бухту, выдувают все, мягко говоря, невзгоды, грубо говоря, болезни. Все выдувает нафиг. Нет, не задувает, а выдувает именно. Вот и здесь вот после здоровом, так сказать, здоровых море, чуть-чуть маленькое волнение, здесь вот происходит такая вот прелесть.